Здорово, брат, как дела? Все хорошо, нормально, как жизнь, как судьба? Все хорошо, как ты? Идет потихоньку, слава богу, пока дышим дубайскими, как называется, оксигенами. Это твой новый магазин? Это да, это наш новый магазин. Здесь, короче, напротив бани с метро стейшнс, внутри Landmark Plaza Hotel находится наш магазин. Сейчас что хочешь, брат? iPhone 6? Да, рассказать, покажи, как, что. Например, вот это 16 гигабайт, золотой, 6. Я должен сказать вам, что, дорогие зрители, что когда 6 покупаете вещь, 6 в Дубае 10-20-30 раз дешевле, чем в России. Есть такая версия, что сейчас такая цена, как называется, будто мало отличается, но самое главное, что это отличается, и он будет в будущем отличаться, потому что Дубай здесь, как называется, налог не берут, пошлины нету и так далее, поэтому выгодно, чем в России купить, здесь купить. Кроме этого айфона, цена стоит, я вам хорошую цену отдам, 2640 дирхам, это в доллар будет примерно 720 долларов. Вот так. 720 долларов iPhone 6 стоит у нас. И так далее. У нас есть еще Note 4, S5, S5 Samsung и так далее. Показываю. Например, вот это Турая называется, сателлит. Это такое устройство, которое вы, например, в горах где-нибудь находитесь, можете его использовать. Этот спутниковый телефон, который создан для именно айфонов. И так далее. Это адаптер. Это адаптер, да. Вы внутри поставите телефон, и с помощью этого у вас связь будет, которую вы можете бесплатно разговаривать по всему миру. И так далее. Цена это примерно стоит за 2600 дирхам. Это примерно сколько стоит? В долларах будет 708 долларов. Устройство даже дороже, чем само, почти как iPhone 5. Но это только для 5, если не для 6. Для 6 скоро такой будет. Если кто желающий хочет такой взять, мы можем предложить им. Для дорогих клиентов, подписчиков Индубаи iPhone 6 и золотой, и черный, и серебристый отдадим за 2500 дирхам. Все. И так далее. Еще что могу вам показать. Хотите, вот еще другой телефон есть, S5 Samsung. Тоже, как называется, очень популярный телефон, в связи как iPhone. Вот золотой, тоже красивый телефончик. Там 16 гигабайт, этот, как называется, мегапиксель камера и так далее, противоводный. Вы можете почитать про этот в интернетах и так далее. Тоже плюс это. Плюс еще тоже такой есть, Note 3. И сейчас... Цена на Samsung будет 1620 дирхам, 440 долларов всего лишь. Самая оптовая цена. Второй телефон. H4 Mini Black Edition. Тоже хороший телефон, супер телефончик, маленький, красивенький. Задняя кожа, кожаная кожа. И плюс, как называется, очень хороший. Вот есть большой тоже такой, большой этот H4 Mini Black Edition. Этот, как называется, это брат и братишка, как называется на русском. Посмотрите, как одинаково похож. Ну, красивенький телефончик и так далее. Самое главное, если у нас будете покупать, это, как вам говорю, просто не просто реклама, а просто, чтобы для вас было выгодно покупать. Далее, если вам не выгодно. Если вам не выгодно, то мы не будем вам продать телефон и так далее. Мы хотим, чтобы у вас была всегда хорошая цена, улыбка и так далее. Хорошая, качественная вещь. И вот такие мысли, такие вещи вам можем, такие телефоны можем вам предлагать. Сам Петр Первый тоже, у него был iPhone 6 золотой. Сейчас открываем его и вам покажу, как iPhone 6 это стоит. Опа. Впрочем, цена, как называется, в Дерри у нас именно, они, это вещи более хорошие для России, чем, например, в молах. В молах там арабских версиях продают телефон, iPhone, как называется, 6, который вы покупаете, лучше арабский не возьмите, потому что арабский это арабский, а русский, как называется, американский, это лучше, что он будет работать в Российских Федерациях. А другие вещи, например, как арабский, они могут не работать, могут не это работать. Вот так, такие вещи и так далее. Это как это?
Это определит как? Если вы посмотрите, там арабском, это написано на арабском языке и так далее. И там некоторые функции не работают. Вот так. То есть, а что не будет работать? А, там фейстайма не будет работать. Дорогие зрители, сейчас Махмуд вам расскажет про это 128 гигабайт, iPhone 6, и вы посмотрите, как он рассказывает. Хорошо, здравствуйте, здравствуйте. Да, есть у нас 128 iPhone 6, 128 есть золотой, черный, белый свет, как это вы уже знаете. И очень хороший, очень оптовую цену вам отдадим. Еще кроме этого, у нас другие телефоны тоже есть, например, Samsung есть. И еще один хороший телефон, который я хочу вам посоветовать, это HTC Desire 816, который вышел недавно тоже. Двухсимочный телефон, 1,3 ГГц его этот, скорость интернета, 13 мегапикселей камера и все такое. Очень хороший телефон. Ну, как вы знаете, у Шерхана очень хорошие скидки и очень хорошую цену вам может отдать. Примерно мы можем его отдать. Сколько, Шерхан? За сколько, сказал? Хорошая цена, да нет? Даже. Ладно, ради за Шерхан я скажу за 950 дирхам. Оптовая цена. Вот это следующий телефон, который я сейчас должен вам показать. Это называется Note 4. Про Note 4. Note 4 вам отдам примерно хорошую цену за 2700 дирхам, это будет в долларах 3.67, 735. Это нынешняя цена, в будущем, может быть, еще чуть-чуть подешевле будет и так далее. Самое главное не цена, самое главное, что товар качественный был. Вот это клиентам, который покупает, делаем хорошую, это как называется, сервис-подарок, как называется, подарок типа. Аппарат что делает? Аппарат делает ваш рост, ваш этот вес и ваше здоровье. Для подписчиков канала Финдубай бесплатно вы можете обследовать свой вес, обследовать свой организм и обследовать и так далее. И это вам делаем бесплатно. У вас было в доме все от и до, было телефон, было iPhone и так далее. И все, что хотите, чтобы у вас дома было, у вас этот, как называется, у вас жизнь была как в сказке. Вот так, как бы говорят. Если вам я не понравился, не смотрите мое видео. Тысячи извинений прошу еще для зрителей или бывших клиентов, которые, может быть, не поняли нас или что-нибудь, это как называется, да, обижались на нас. Я очень прошу извинения. Я еще, прошу вас извинения, тысячи извинения. Желаю вам удачи и так далее. Приходите в наш магазин, мы вас ждем. У нас есть сок, добрый сок есть. Есть Red Bull, есть и так далее, есть Snickers, угощаем вас от души, чокопай и так далее. Хорошо, удачи, берегите себя, еще приходите. Bye. See you tomorrow.